Всем привет! С вами Громакина Ярославна. Сегодня у нас третье задание по марафону по поднятию социальной активности на вашей страничке, вашей группе ВКонтакте. Сегодня я предлагаю вам интересное задание. Как вы разглядываете 3D-картинки? Знаете, что такое 3D-картинки? Я думаю, да. Это рисунок, в который нужно всматриваться вдаль, да, или вот своя методика, и различить то, что на ней спрятано. Спрятано там может быть все что угодно, животные, какое-то лицо известного человека и так далее. Посмотрите в интернете 3D-картинки, поучитесь их разглядывать сами. А когда у вас это будет хорошо получаться, вы выберете ту картинку, на которую на разгадывание у вас ушло большее время, чем на обычное разгадывание. То есть для вас она показалась трудной. Возьмите эту картинку, прикрепите к своему посту, в котором вы предлагаете своим читателям, подписчикам, своим друзьям разглядеть, что на ней нарисовано. Да? Посмотрите, что они будут писать в ответах. Все ответы сопровождайте своими комментариями. То есть, например, кто-то написал, что легко увидел, вы можете ему ответить, что как здорово, на разгадывание этой картинки у меня ушло гораздо больше времени, чем обычно. Если кто-то пишет, что вообще ничего не может разглядеть, объясните человеку методику, как разглядывать 3D-картинки. Если кто-то разглядел неправильно, надо писать «ха-ха, ты там такой дурачок, неправильно пишешь». Нет, надо предложить сказать, что да, каждый может увидеть вначале что-то свое, но попробуй посмотреть еще раз, там на самом деле ты увидишь что-то другое. Да? Вот. Обязательно подбадривайте своих подписчиков, не жалейте на них слов, не жалейте на них своей любви, вот. Они вам ответят взаимностью. А сегодня именно такое задание. Подберите 3D-картинку, публикуйте к ней какой-то пост, предложите вашим друзьям, подписчикам поиграть в эту игру, разглядеть, что они видят, как быстро они смогли это сделать. И до скорых встреч!